В резиновый шарик герметично вставлены два шланга. Один шланг подсоединен к компрессору, а другой к датчику давления. Посмотрим, как избыточное давление внутри шарика зависит от его объема. Компрессор выдает примерно пол-литра воздуха в минуту, так что процесс надувания будет довольно долгим. Когда шарик лопнул, его объем равнялся 14 литрам. Посмотрим на график. Давление внутри шарика сначала резко возросло, а потом начало падать. Вы сами знаете, что надувать шарик труднее всего в самом начале, пока он маленький, а потом дело идет легче. Когда шарик надут до заметного объема, давление в нем снова начинает расти. Но разве это не странно? Давление падает, а шарик растет. Как объяснить этот парадокс? Давайте найдем силу давления, которая пытается оторвать одно полушарие от другого. Для этого надо умножить давление на площадь поперечного сечения шарика. Мы видим, что с увеличением объема шарика разрывающая сила постоянно возрастает. Так что никакого парадокса здесь нет. Надуем шарик, не доходя до его предела прочности сдуем его обратно и посмотрим, как избыточное давление зависит от объема при сдувании. Охват шарика будем измерять с помощью мерной ленты, а объем вычислим по приближенной формуле. Ого, как интересно! Давление шарика при сдувании оказалось почти вдвое меньшим, чем при надувании. Это проявляет себя гистерезис резины. Полезно запомнить, что в сдувающемся шарике избыточное давление составляет чуть больше 1 килопаскаля. Это в 100 раз меньше, чем атмосферное давление. А что будет, если два надутых шарика соединить через трубку? Ясно, что воздух будет перетекать из того шарика, где давление больше, в тот шарик, где давление меньше. Если шарики надуты сильно, давление больше там, где больше объем, и объемы шариков будут выравниваться. А если шарики надуты не очень сильно, давление будет больше там, где меньше объем. И поэтому меньше шарик будет сдуваться, а больше надуваться.